Шановні телеглядачі, ось і дочекалась нова телевізійна студія телевізійних новин Миколаївщини, свого першого гостя. І сьогодні у нас в гостях міський голова Юрій Савич Гарантуров. Юрій Савич, для нашої телекомпанії сьогодні подвійне свято. Тому що, ну, по-перше, день працівника радіо, телебачення і зв'язку, якби наше професійне свято. І до того ж у нас новосілля, наша редакція інформації переселилася в нову студію, яка була відремонтована, в тому числі і вашими зусиллями, за вашої допомоги. І ви знаєте, зараз дуже багато говорять про телебачення, що це там зомбоящик, там і там так далі, і так далі. Але в той же час телебачення у вашому житті. Що воно для вас? Телевизор вообще в жизни каждого человека занимает огромное место. И это только кажется, что это зомбоящик, если его так использовать для зомбирования людей, которые его смотрят. Но это самый коммуникационный вид информации на сегодняшний день. Во-первых, существование прямых эфиров, которые дают возможность все ощущать в реальном времени. Во-вторых, это оперативные, высококачественные, красивые новости, информационные события. В-третьих, это возможность демонстрации разного рода классики художественной. Это культура, это воспитание, это правильная речь, которая, в принципе, формируется у маленького человека, у ребенка, потому что он слышит правильную речь телеэкрана. И я думаю, что компьютерный век — это уже далеко не зомбоящик. Для меня телевидение — это возможность получить необходимую информацию, это возможность развлечься, это возможность посмотреть хорошее, доброе, старое кино, это возможность, в принципе, получить какие-то, будем так говорить, позитивные либо информационные эмоции. Телевидение — есть такая шутка хорошая, как сделать, чтобы мужчина стал менее управляемым. Говорят, у него, когда ложится спать, отобрать телевизионный пульт из рук. Потому что уже стало привычкой засыпать с телевизионным пультом очень-очень многих людей. Поэтому телевизор настолько плотно вошел в нашу жизнь, что, несмотря на то, что меняются сигналы, меняются технологии, что каналов невероятное количество, что цифровое вещание, остается одним. Должен быть качественный телевизионный продукт. Вот на это мы и надеемся. Юрій Савич, дуже складний час зараз, але в той же час, коли наш керівник звернувся до вас по допомогу, ви не відмовили. Що для вас була ця робота, допомога нашій телекомпанії в тому напрямку, щоб зробити таку чудову студію? Ну, во-первых, чтобы зрители правильно поняли, здесь не вложено ни одной бюджетной копейки государственной. Здесь участвовали добровольцы, меценаты, те люди, которых я объединял, которых я просил это сделать. Эта студия просто поражает. У нас в Николаеве пока такой студии нет. Эта студия, где все сделано по классике, все сделано правильно. От видеопанели до вентиляции, которую делал завод «Экватор». Говорят, завод «Экватор», не говорят, а так оно и есть, еще когда-то делал систему даже в мавзолее в советское время. То есть здесь сделано так, как это должно быть. И все здесь соответствует современным требованиям. Я с удовольствием помог областной телерадиокомпании. Когда-то, в 1996 году, тогда молодой Сергей Бондар впервые пригласил меня в прямой эфир. Я в полной мере ощутил физически, что такое прямой эфир, а не запись. Это физическое ощущение контакта с живыми людьми. И поэтому мне очень хотелось помочь вашему, я бы сказал, очень прогрессивному, высокопорядочному директору. И когда он обращался с любыми просьбами, отказа не получал никогда. Почему? Да потому что это государственная телерадиокомпания. И здесь обязательно должно быть так, как должно быть в государстве. Должно быть красиво, должно быть высокотехнологично и должен быть порядок. Вот это в этой студии мы и ощущаем. Юрій Савич, я вам щиро дякую і, користуючись нагодою, пропоную все-таки свої побажання в День професійного свята працівникам, в тому числі радіо і телебачення, і зв'язку. Уважаемые работники радио, телевидения и связи, ваш профессиональный праздник, я поздравляю вас с этим хорошим, знаменательным событием. Я желаю вам, чтобы в эфире вы подавали только хорошие новости, чтобы у вас все складывалось дома, чтобы вы жили уютно, комфортно, безопасно,
чтобы не было никаких катаклизмов, потому что вы все граждане нашей замечательной страны Украина, а николаевцы – жители нашего замечательного города. Все приходящее и уходящее. А телевидение мне уже кажется вечным. Я вспоминаю старый добрый фильм «Москва слезам не верит», и там есть такая фраза: «Через 20 лет ничего не будет, будет сплошное телевидение». Как видите, все осталось. Существуют театры, существует культура, которая веками и тысячелетиями существовала до этого. Но теперь есть телевидение, которое может это транслировать миллионам. И миллионы будут приобщаться к мировым культурным ценностям. Вот это здорово, то, что вы несете в нашу жизнь. С праздником вас, уважаемые друзья, работники телевидения, радио и связи.